на двух предыдущих чемпионатах Европы он в произвольную прорывался. А я скажу еще пару слов о Лорене Альваресе из команды Испании, который стал 12-м в квалификации. И если бы не было правила о том, что Джейсон Томпсон из Великобритании однозначно проходит короткую программу, именно Альварес должен был проходить, он не испанец, простите, он швейцарец. Альварес должен был проходить в короткую программу, но ему не повезло, ему нужно было становиться 11-м. А этого не случилось, 11-м стал Павел Каска из Чехии, которого мы сегодня еще увидим. Жолтан Келемен, Румыния со своей короткой программой. Половина аксель. Достаточно уверенно. Тройной флип, тройной тулуп. Сомневался. Длинный заход на лутц такой получился. Перед этим прыжком видно. И вот, к сожалению, неудача тройного лутца. Начал хорошо свою программу румын, и потом, к сожалению, вот на лутц.